Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня атака фортов. Решил вам записать видосик, небольшой такой, краткий. Если вам хочется такие видосы видеть, как я собираю пачки, что я использую, где использую перед атакой фортов, жмите лайки, пишите в комментах, что вы хотите видеть. Так, поехали. Самое основное, я вам скажу так, где я отбираю для себя пачки, как их делать. Я захожу вот сюда, я составляю команду, вот видите. Я, соответственно, отсюда уже плюс-минус выбираю положение героев, как я хочу, чтобы они у меня стояли, в каком положении, то есть где, куда, как, какая линия, первая, вторая, третья. Это тоже немаловажно. То есть тут видно даже сборочку вашего героя, поэтому это очень полезная, скажем так, инфа для многих, кто не знает, потому что многие во время атаки фортов уже начинают собирать путно. Изначально нужна подготовка, в принципе, для любого аккаунта. Так, ну первым у нас будет Огник. Давайте так расскажу. Есть два варианта: атакующий, дафный. В атакующем вам нужно, чтобы кто-то резал, это либо дерево, либо седло, это обязательно. Плюс еще одна такая, скажем, немаловажная нюанс. У вас должен быть смотритель. Как вы знаете, смотрители на сегодня вносят очень много хп героям. То есть они процентуально выносят, и их очень легко слить. Поэтому старайтесь делать пачки так, чтобы у вас был смотритель, один из трех. И на сегодня в основном, ну, доминируют, скажем так, зеленые герои с зеленым смотрителем. Поэтому против них надо собирать антифракцию. Соответственно, против, например, зеленых у нас получается красные. То есть вот так вот. То есть смотрите в смотрителях и правильно собирайте пачки. Но до этого, думаю, мы дойдем еще. Так, окей. Давайте так, я сейчас быстренько соберу так пачки. Первые пачки у нас будут зеленые. Такой вот решил потестировать чарами проклятое поле, минус 10% к дефу всех вражеских героев, живо однозначно. А тут мы попробуем поставить фракционные против тех же самых зеленых. То есть попробуем вот так вот сделать. Почему так? Думаю, вы знаете, что фракционы дополнительно наносят еще урон, а зеленых немало, скажем так. Вот такой вот огник у нас будет. Единственное, возможно, даже не против зеленых, а против красных. Против красных надо серых собрать. В общем, нюансов очень много, все рандомно, ребят. Все зависит от того, какие противники, какие прокачки. Ну, что-то более-менее универсальное можно. Вот такой вот огник, он универсальный тем, что он резается несколько раз. Это я уже показывал, поэтому ему желательно ставить оживу. Так, тут есть плюс. Дополнительно на него можно, так как он будет у нас в первой линии, поставить вот так вот. Нестандартный питомец, думаете вы, но стан очень многое решает. Первый у нас собран. Дальше. Тут можно попробовать. Обязательно должен быть у вас огник. Ой, огник, говорю. С огником мы закончили. Ворожей. Ворожей, как по мне, на сегодня актуален именно с оживой, потому что Фрей очень быстро шатает. И он должен быть ремочного варианта. То есть 4-5 ремка. Для того, чтобы включался отхил, снимали сразу же дебафы и урезалась скорость передвижения вражеского героя. Ну, то есть, либо там 8 рунами, как вы видите. Доспех для увеличения жизни. Ну, в принципе, все. Снаряги он у меня еще не качан толком. То есть, сборная солянка такой вот. Питомцем ставим ему однозначно на отхил карася. Дальше. Фрея. Фрея, как вы знаете, тоже одна из таких героев, которых сложно слить. Допустим, у меня сейчас вот стоит такой вот зеленый против серых. Да, она будет тащить дополнительно. Плюс убираем. Сейчас, наверное, поменяем все. Так, сделаем ее против зеленых. В принципе, как вариант.
Но лучше всего ставить ремку. Почему ремку? Для того, чтобы она сразу же активировалась у вас. Если она не будет активироваться сразу, ну, будут ваши герои сливать, а так она будет и быстро убивать и шатать всех подряд. Так. Попробуем, давайте попробуем такой вариант ради интереса. Правда, здесь пиромах. Сейчас попробую. Попробую поменять, если получится, на что-то на атаку. Ну, я думаю, вряд ли. Это надо изначально делать, если вы хотите, то я вам на следующую неделю подготовлю уже перед атакой фортов кучу видосов. Ну, как видите, сейчас беспонтово вот это делать. Доспех, ну доспех не для нее. Так, окей. Хорошо. Питомцам есть тоже ставим на отхил. Ставим того же самого Ангела или даже Рудольфа. Вот такой вот у нас будет еще один нестандартный вариант. Три героя у нас есть. Дальше я буду здесь использовать седну, не дерево. Дерево будет у нас в другой пачке. Так. Седнушка, где ты? Вот она. Тоже ожива плюс ремка. Чтобы сразу же включалась, дамажила. Она автопрокер. Поэтому преимущественно всем автопрокерам ставить ремку, чтобы они сразу же сливали. Вот такой вот вариант. 4 есть, да. Дальше однозначно пен. Вот такая вот сборочка уже с панчбоксом. 5. И, наверное, сейчас подумаем кого. Либо Анубиса поставим. Анубис будет сразу шатать. Либо Хрона. То есть есть два варианта. Анубиса, правда, сливает быстро. Но можно даже такую вот сборку оставить. Вот так вот. И тоже ставим ремку. Не буду я ставить с пактом. Хотя можно, в принципе, и с пактом поставить. Но он сольется. Ну, давайте с пактом поставим. Чтобы уже максимально дамага от него было. Но это не особо топовая сборка, я вам так скажу. То есть одна пачка у меня уже собрана. Дальше. Следующая пачка. Такая же будет атакующего плана у нас. Это будет вот такой вот, скажем, нестандартный вольт. Он собран. Опять же, дерево. Ремка. 2. Дальше мы попробуем тут. Я уже показывал не один раз, но я не знаю, или я не смогу так тащить. Так, некрос у нас такой. Давайте некроса сюда поставим. Некроса поставим вот такого вот, чтобы он дольше жил. Так, питомцами мы поставим желейку. Так, то есть у нас получается раз, два, три. Три разных фракции, да? Дальше добавляем сюда Бигфута. Тоже ремочный вариант. Сделаем так. 2 у нас есть. Дальше добавляем сюда рогатку. То есть у нас будет серый смотритель. Кстати, на рогатку можно поставить тоже доспех. На пиромах сейчас тут не нужен. Есть. Дальше. А у нас получается что, 3 уже, да? Так вот, рогатка, вольт. Можно было бы побашку сюда поставить. Да, давайте попробуем побашку вот такую вот. Тоже с оживой все, как видите. Так, побашка у нас готова. Питомцами мы поставим вот так. Задействуем ненужных. Так, смотрим. Рогатка 1, побашка 2. Бигфут 3. Дерево 4. Вольт 5. И некрос 6. Все, есть еще одна пачка у нас собрана. И дальше уже
Собираем пачки. Третья пачка тоже можно, в принципе, домашнюю, но, как вы знаете, питомцев и рун не хватает, и питомцы нужны, и все остальное. Так, этот собран. Уже так, пройдемся, посмотрим, кого еще можно. Командора. Командору сделаем вот такую вот, чтобы атаковала побольше. Дрейк. Попробуем одну зеленую пачку такую неплохую создать. Римку хотел вот. Вот так, ожива. Так, кто у нас еще из зеленых такой интересный стрелок? Вот стрелок будет. Три. Сердцеедка. 4 будет. Так, Афина. Асурика поставим. Ну, вроде как бы плюс-минус я всех подсобирал. А еще раз Линда есть у нас. То есть такой вот вариант будет. Вот у нас будет третья сборная пачка. Вот. Потом я уже дальше вам подробно расскажу. Если вам нравятся такие видосы, пишите комменты, лайки, репостики. Я побежал запускать стримчик. Всем удачи, всем пока.